Привет, с вами Вадим Кинолог. Очередная тренировка на жим лежа на акселе, то есть видим, да, диаметр 2 дюйма. Рабочий вес сейчас 100, если быть точным, да, там 102,7 килограмма. Сейчас буду делать, ну, жму с пола и смотрим, делаю паузу внизу. Работаю под большую паузу. Считай. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15. То есть, в принципе, видели, немного напрягся. Ну, интересная, ну вот, работа на полу, локти видно, и паузу делаю. Цель до весны сделать таким образом нажим 150 килограмм. Здесь, повторю, было 100, если быть точным, 102,7. Поэтому... Кому интересно, всегда готов поделиться своим знаниями, своим опытом, как держать себя в хорошей физической форме, 50+, чтобы мочь так сжать и прочее. Все, спасибо. С вами был Вадим Кинолог.